Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, что, по вашему мнению, не так в нашем городе, в нашем регионе, может быть, в какой-то конкретной сфере? Я думаю, уровень зарплат низкий по сравнению с соседними городами. То есть надо повышать минимальную оплату труда. Ну и как бы облагораживать город, делать более красивым, сажать деревья. Ну, конечно, больше всего коммунальные услуги. Потому что все очень дорого. А качество, конечно, не на высоте. И каждый год это все добавляется. Это очень тяжело вообще всем мне, жителям, кажется, нашего города. Потому что зарплаты небольшие. И очень много мы тратим на ЖКХ. Все устраивает. Да, честно. У нас во дворе не чистят. Невозможно пройти. Всю зиму не чистят. Ну, как это так? Вот все говорят, что во дворах устраивает благоустройство, там то все. Ну, не знаю. Деньги платим за все, а почему-то дворники не работают. Я как мама двоих детей могу сказать, что для коляски, для мамы с ребенком недостаточно оборудованы пандусы, недостаточно учреждений с пандусами. Вроде бы все хорошо, вроде бы нормально. Уж чистые дороги гораздо лучше, чем раньше. Вроде бы я... То, что глаза бросается. Меня, например, не устраивает то, что у нас Гончарова 42, 9-й подъезд. Крыльцо, несколько ступенек, оно уже от этого отошло от дома. И, в общем, все разрушенное. Я спускаюсь или поднимаюсь, я ужасно боюсь упасть. Скользкий, вот пол. Брусчатка полскользкая. Мы в возрасте, и здоровье плохое, и поэтому здоровье нас очень волнует. И, может быть, в других поликлиниках получше, а у нас... Уж расскажу я про свою поликлинику. Ну, рассказывай. У нас поликлинику открыли от Санкт-Петербурга на Песках. Поликлиника сама хорошая, чистота, все. На врачей тоже не пожалуюсь, врачи тоже нормальные вроде, как будто... Но записаться – целая проблема. Как всякий человек, хочу, чтобы наше бесплатное здравоохранение было более лучшего качества. Может быть, какие-то ваши предложения? Нет, так сразу я не могу вам сказать. Но лучше, если все жители пойдут на выборы и отдадут свой голос за достойного кандидата. Вот это будет правильно. Потому что часто люди на кухнях разговаривают о том, что вот этот кандидат или тот кандидат, а мнение народа остается за кадром. Вот. Я думаю, что каждый должен пойти и волеизъявлением своим выбрать того, кто достоин. Какие у меня предложения? Оплату повысить, может быть, лучше будет что-то. Я даже не могу сказать. Это наше, наверное, местное правительство должно думать. Может, им зарплату надо улучшить, может, и увеличить, чтобы люди не уходили. Очень мало специалистов осталось. Я думаю, надо вести автобусы на городские маршруты и отказаться от этих маршрутов наконец. Потому что невозможно ездить по нашим узким улицам. Загруженность большая, трасса. Поэтому вот это тоже неплохо было бы сделать. Ну и наконец-то пустить по новому мосту планированный там трамвай или троллейбус, что-то в этом роде.